Нет, друзья, мы не на Диком Западе, мы на очень прогрессивном Востоке. Востоке Турции, даже на юго-востоке Турции. Это компания Arbat Homes. Всем привет из солнечного Мерсина. Это Шалкар, и мы сейчас по пути в новую воздушную гавань. Как, боже, как это романтично звучит. Воздушная гавань в нашем Мерсине, аэропорт Чукурова. Мы сейчас находимся на пути, а прямо за мной это строительство будущей железной дороги, которая соединит еще лучше пути сообщения между Аданой, Мерсином, аэропортом. Давайте смотреть, что там происходит. Пустят нас сюда или нет, мы это узнаем позже, насколько близко мы сможем подойти. Погнали! Миллионов, 12 миллионов, 85 тысяч, 5 тысяч, 3,5 тысячи. Что значит эти значения, друзья? 8 миллионов квадратных метров – это вся площадь застройки всего аэропорта. Аэропорт Чукурова в Мерсине, напомню. 85 тысяч – это площадь терминала. 12 миллионов – это пропускная сила пассажиропотока в год. 3,5 тысячи метров – это у нас общая длина взлетно-посадочной полосы. И 5000 квадратных метров – это парковочные зоны. И этот большой терминал будет, вообще весь аэропорт будет вторым по значимости и по размеру, чем новый аэропорт Стамбула. Что можем сказать? Мы приехали сюда вновь, во второй раз, чтобы показать вам и посмотреть самим, нам тоже, поверьте, интересно, на какой стадии сейчас идет строительство. И мы замечаем, что сейчас работа не останавливается. Они в своем инстаграме, имея в виду компания Favori Airports, которая ведет всю эту работу, у себя постят постоянно, что работа ведется, и мы видим это воочию. Машины ездят туда-сюда, бетономешалки, мы видим краны, мы видим, что терминал уже почти отстроен. Официально заявляют, что 90% уже сдано, уже готово, вернее. И в этом году, в 2022 году, к концу года, к ноябрю, должны запустить первые рейсы. Мы с радостью выезжаем для вас в любые точки, чтобы показать, что происходит в развитии нашего региона. Ведь этот порт станет не просто пассажирским, он еще и станет грузовым аэропортом. И вкупе с морским портом транспортное сообщение Мерсина увеличивается в разы. И инвестиции этот город принимает просто как губка, и так же, как губка, расширяется, что сам город, что его инфраструктура, что транспортные сообщения, как этот прекрасный, большой, красивый аэропорт Чукурова. Наслаждайтесь кадрами, друзья. Для вас компания Arbat Homes, Никита, Шалкар, город Мерсин. До новых встреч!